Привет, друзья! В этом видео мы будем отжиматься, отожмемся 100 раз. Я вам примерно... это будет состоять из двух видео. Первое видео, это будет это первое. Я отожмусь 100 раз, покажу, как я это сделал. Второе видео будет снято о том, как к этому моменту подойти, как я подходил, как я себе расписывал тренировку. Все покажу потом, все будет расписано. К этому мероприятию я тоже немного готовился, расписывал такой маленький тренировочный цикл, так сказать, на неделю. И для того, чтобы выполнить 100 раз, как я уже говорил, таким способом можно отжиматься и 100, и 300, 500, сколько захотите. То есть это вопрос уже ваш. Другой вопрос, сколько пользы будет от этих отжиманий, для чего они будут нужны в таком количестве. Если вы считаете, что можно будет накачать большие руки и грудные мышцы здоровенные, то такой подход будет неверным. То есть большим количеством отжиманий будет вырабатываться такая способность, как физическая выносливость. И при таком виде отжимания можно только ставить хорошую, там, например, кардиотренировку для какого-то похудения, потому что будет пульс хороший, рабочий, и как-то немного рельефить свои руки, потому что большое повторение будет способствовать этому. Смотрите, будет два видео, мы поменяемся ссылками. В описании будет ссылка на то видео, и каждому мероприятию необходимо готовиться. Это мы уже поговорим в следующем видео. Здесь мы отожмемся 100 раз.
отжались в 100 раз. Я это сделал, наверное, примерно, не засекал минуты за 3, наверное, за 4. Но не в этом суть. Суть в том, что вот это большое количество раз, как я уже сказал, будет тренировать вашу физическую выносливость. И то количество 100, 300, 500, то есть тут уже вопрос времени и правильной постановки тренировок. Если вы хотите увеличить количество отжиманий, повторений в отжиманиях на количество, то надо ставить тренировку на силовую выносливость, подбирать упражнения и будете выполнять. Это не так уж сложно. Можете отжиматься 50 раз, 100 раз. Можно отжиматься 1000 раз. Вопрос во времени, просто сотку вы сделаете за 4 минуты, например, а 1000 раз вам придется 30 минут или 45 стоять в такой позиции, чтобы отжиматься. Вот. Для того, чтобы долго отжиматься, тоже необходимо выполнять упражнения на силовую выносливость, чисто специфически этим отжиманием. Как я уже сказал, ничего сложного. Я начал отжиматься, выполнил объем 30, потом 15 вроде бы, и потом по пятерке добиваете, и в верхней фазе отдыхаете, стоите в суставах. Чем меньше мышцы ваши напрягаются, тем больше в дальнейшем вы сделаете. Но об этом мы всем поговорим в следующем видео. Обязательно смотрите, мы разберем полностью отжимания, разберем, как работать на количестве, вообще плюсы и минусы, подробненько все разберем. Я вам покажу, как я расписывал это себе в своем дневнике спортивном и как я двигался к этой цифре 100. Смотрите следующее видео, будем разговаривать про количество, а дальше поговорим о том, как работать отжиманиями на качество, а именно на силу, на массу и так далее. Здесь тоже есть свои нюансы, об этом подробно поговорим. Всем пока, смотрите следующее видео.